Здравствуйте, уважаемые студенты, кафедра экономика, учет и аудит, предмет налоги и налогообложения. Лектор Бегибаева Курлака Нашина, здесь контакты данные. Тему рассмотрим: сущность налогов, их основные функции в социально-экономической и социальной системе. Эта тема разбита на несколько часов, поэтому сегодня мы рассмотрим один вопрос: экономическая сущность природа налогов. Взаимосвязь между налогами и государством здесь представлена на слайде. Это удовлетворение общественных потребностей, организационное обеспечение за государством, финансовое обеспечение – это в виде налогов. Факторы, определяющие экономическую и социальную роль налогов. К ним относятся наличие общественных потребностей, которые могут быть определены лишь государством, отсутствие у последнего доходов, достаточных для удовлетворения указанных потребностей, имущественная самостоятельность экономических агентов, юридическим выражением которой является право частной собственности на принадлежащее им имущество. Государство порождает не налоги как таковые, а системное образование, налоговую систему. Налоги – это обязательные платежи юридических и физических лиц в бюджет. По экономическому содержанию налоги – это финансовые отношения между государством и налогоплательщиками по поводу принудительного отчуждения части вновь собранной стоимости в целях формирования централизованных фондов денежных средств, необходимых для выполнения государством его функций. В законе о налогообложении РК предусмотрены следующие определения налога. Это разовое или периодическое денежное обязательство, которое возложено на налогоплательщика законом или изданным на основании закона постановлением волостного или городского собрания в целях выполнения публично-правовых задач государства или местных самоуправлений, либо получения необходимого для этого дохода и подлежит исполнению предусмотренных законом или постановлением порядке, размерах и сроки без прямой компенсации для налогоплательщика. Сбор – это платеж, в результате которого предоставляется конкретная услуга плательщику. На этом слайде представлены существенные признаки налога как экономической категории. Признаки следующие. Отличие назначения, то есть использование для общественных потребностей, условия существования и функционирования, это наличие форм собственности, отличных от государственных. Следующий признак – отличие от других видов платежей в бюджет. Это следующее отличие. Индивидуальная безвозмездность, всеобщность и обязательность. Вот существенные признаки налога как экономической категории. Двойственная природа налога. Объективное содержание воплощается в субъективных налоговых формах, зависящих от конкретных экономических, политических, социальных и других условий данной страны в конкретный момент времени. Благодарю за внимание.